там свій рогань. Їду. К вулиці Роганській. І по Роганській вулиці, що вона зубрила. Наушник вискочив із уха при прыжки. Свернув на вулицю Івана Зубарєва. І по ній їду зараз як окружною дорогою. Виїжджаю на окружну дорогу. І какая красота! Оно же... Еще чуть-чуть оно будет прямо по... Лучи будуть по землі стелиться. Шикарно, шикарно. Шикарний вид. Так. Отметка 4 км передо мной. Давно эта дорога не ездил. Все время через поля. Подъезжаю к фабрике Филипп Моррис по окружной от улицы Ивана Зубарева. Вот от, только свернул на окружную вот, на улице Ивана Зубарева. И примерно оттуда, там это 3,5 км отметка. Даже нет, даже можем, ну где-то так. И до отметки 5 км. Положили, скажем, сейчас я еду по фрезерованному участку дороги, а там положили один слой асфальта, и вот с моей стороны, если ехать в сторону Безлюдовки, с правой, а до отметки 5 километров положили вторую подушку асфальта, второй слой. И едешь по дороге, видишь край асфальта, сбоку отсыпка. Съехал на эту отсыпку, когда меня фура догнала, дорога там не широкая. И надо было съехать, чтобы меня не сдуло ветром от фуры. Ох, классно. Отражается солнце, как в панелях облицовочных фабрики. А раньше надо было смотреть. Съехал на отсыпку и та-дам! Она сырая до невозможности. Это грунтово-щебеночная смесь, так сказать. То есть это грунт с обочины и щебень мелкий, который остался после фрезеровки, который комбайн не подобрал. Вот оно перемешалось, это вязкая масса мокрая. Она просто чуть ли не моментально сковала колеса, как я не упал, я не знаю, не улетел через руль. А так едешь, нормальная отсыпочка. Машины там, видно, съезжали тоже. И тоже сразу проваливались. Ну то есть миллиметров 200 это точно глубина этой отсыпки. То есть вполне достаточно для того, чтобы велосипедист просто улетел через руль. Ну, машина чуть-чуть юза может понести. А где-то на отметке 5
25, может даже меньше. Закончилась и первая подушка, и пошла фрезерованная дорога. Без асфальта. Нового. А с остатками старого. Тут он колдобина на колдобине. Едешь, и тебя трясет. Вот такая фигня, малята. Не знаю, возможно, еще буду снимать. Я не знаю, сейчас пишет камера или нет. Но на всякий случай говорю, что кому понравилась моя сегодняшняя поездка, так сказать, которая перемежалась пешеходными прогулками через чащобы, завалы, траншеи, еще бог знает какие препятствия, ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Хотя, если я еду по дороге назад, преодолел все, значит, дизлайк не заслужил. Все-таки мужество, героизм упорство проявил в достижении цели своей. Пишите комменты. Комменты очень интересные. Комменты отражают то, насколько мой отснятый мной материал соответствует тому, что хотят видеть люди. Дальше будет еще интереснее, потому что куча планов, куча новых маршрутов, ну не таких, а более, скажем так, информативных маршрутов. То есть я работаю над этим, я развиваюсь, чего я вам желаю. Всем счастливо. Не хворайте. Катайтесь на велосипедах. Получайте больше положительных эмоций. Бай-бай. И вишенка на торт. Это как послесловие своего рода. Закат. При переезде моста через пруд Глинище и речку Студенок. Обожаю это время.